И всем привет, меня зовут Макс Риск, но обновление в игре Edge Waves. Обновляем, это новая игра, обновление игры Edge Waves 11 декабря, сегодня уже 12, то есть тоже было вчера. Новый геймплей на поле боя. Я так сегодня поиграл Edge Waves, не знал, что обнова, сразу поиграл. Я запомнил какой геймплей, сейчас обновляем, потом заходим и смотрим новый геймплей, потом говорю, что изменилось. Звездный коллизией. Решающее сражение между бандами. Теперь уже бандами сражаться? Класс, как GTA, слушайте, GTA 5 играли? А не, GTA San Andreas. Я тоже играл, и там битва банд. Получаете награду в битве в сезоне спутником. Потом почитаем и узнаем, что такое спутник. Спутник — это летающая, похоже даже на птицу, летающую в космосе. Не теряя войска и ресурсы. Это очень главное. Новый геймплей в состоянии из производства. Окей, сейчас заходим. Возможно, там будет там новая там превьюшка. Вот и сейчас вот такая. Потом дальше почитаю. Также в социальных сетях, в Дискорде, там тоже есть что-то написано, потом тоже почитаем. Так. Ага, окей. Значит, загружается. Новый геймплей вы составили за производство. Теперь вы можете жертвовать ресурсами и CD-дисками своего клана. Своему клану. Ресурсами и дисками — это очень классно, чтобы кому-то помогать. Жертвуйте, чтобы получать усиление в сражении на выживание земли в отличные награды. Отличные награды. За них дают вам еще награды. Вроде бы я уже так получил награды, я уже показывал. Еще раз покажу. У владыки. У владыки — это глава клана — есть три новых активных навыка, которые можно использовать за СД. Оптимизирован игровой процесс для сканирования реликвий марша и сражений. Новая реликвия марша и сражения. О, я уже вижу обнову, смотрите. Появились некоторые, так скажем, загрузка тут такая вот. Раньше ж такого не было, как я понимаю. Вот какое обновление. Так, давайте я зайду на Discord. Вы пока что лайк, подписка на YouTube канал. Все ссылки на YouTube канал тут в описании. Это так, чтобы было по порядку, как плейлист. Да, также у нас есть еще плейлист по данной игре. Открытие сундучков такого у нас еще нету, но если хотите, то есть. Будем оставить ролик данный. Скоро так думаю. Тем более, если зайдете в вкладку предметы, вам дают. Вау, я уже что-то вижу. Геймплей новый, класс, да? Значит, смотрите, заходим сюда. О, да, я уже вижу, видите, играю. Вау, смотрите, что-то железное. Раньше было такое себе, теперь все железное. О! Топик от экстремальных. Такое иконочка была. Раньше такое у него, как будто было такого старенькое. От экстремальных доз радикации — это огроменный взбешенный обезьяна. Полностью потеряли рассудок. Это настоящая ходячая стихия бедствия. Ну да, это как будто как маленькая космос, маленькая. Малыш космос, да, в этой игре есть. Я не знаю, потом покажу. Малыш космос. Там очень опасно. Игрок. Оу, новый интерфейс. Новые обезьяны. Они такие белые стали. Слушайте, реально классно стало. Так, а тут что изменилось? О, Мэрвек стал 2.0. Марш. А в чем дело? А, скорее всего, они где-то добываются. Вон, видите? Так, давайте на базу сразу. Да, с ним мы играли. Вижу, что у некоторых тоже красиво все построено. Вау, я прям должен сделать ролик по данной теме. Итак, друзья, смотрим даже карт. Возможно, тут что-то еще нового добавили. А можем вообще не телепортироваться туда, вот, для безопасного места. Просто тут мы воюем с желтыми. Если зайдем в клан, то мы займем второе место. Пожертвование и на экспертацию. Ё-моё, до 20, друзья, смотрите. Что можем пожертвовать? Давайте тогда пожертвуем, не знаю, типа обычно. Держите, мне не жалко. Чем больше мы
пожертвуем, тем больше мы экска, очки экспортации. Зачем? Потом узнаем. Дух экспортации. Вот они, кстати. Потом прокачиваем. Давайте сюда вместе вроде бы. И получаем все вместе. Скорость марша на выживание земли. Или кому-то это. Выживание земли? Не понял. А, я понял. Я думаю, на Марсе выживание. Так, это вроде темнота. Ага. Вау, а это что такое, смотрите? Что это такое? Беленькое. Ой, и так это небо, слушайте, тут еще есть небо. Оказывается, я об этом не знал. Это обнова или это такое было? Вау, прям луна, смотрите. Окей. Вроде все здесь пришли, давайте туда их отправлять на мутанты, прокачивать их. Дискорд, обещаю, что я зайду. Все светятся и как-то все замедляются. Точно замедление? Да, у них всех замедление. Потому что ночь. Они, наверное, ничего не видят или просто замедляются. А мы не замедляемся. Уже битва. Так, забираем. Я тут уже пишется. Он через там 8 часов что-то закроется. Так, прокачаем. Тут тоже, кстати, нужно выполнять. Через пару секунд уже будем выполнять. 20 секунд, не знаю. Больше увеличить количество войск. Это тоже очень-очень важно. Также здесь советы покупать. Тоже очень важно, если прямо хватает. Диски, не знаю, тратит или не тратит. Если там что-то важно было, конечно, тратьте. Так, а я в Discord зайду. Сейчас найду. Вот. Пробновым. В Дискорде. Там, как всегда, первым дают в Дискорде. Переводчик нужно. Обновление 0.12.0. Куча дисков, куча всяких интересных. Прокачка. Нам даже советовать, что вы тут молодец, прокачек, молодец. Одна секунда. Офигенно. Забрать награды. И отправить награды. Это по-быстрому все сделать, чтобы нам от нас отстали. Все. Дальше еще раз прокачивать. Давай. 4 секунды. Отлично, всякий раз давайте. Армия была мудрое решение. Знаю. Так, на скорость играем. Точно, GBX на скорость. Так. Я ж вышел. Жеш. В общем, новый геймплей. Видно, что добавили от разработчики. Кстати. Я же тоже хочу вас весь геймплей. Оу, они реалистичны стали. Так, обезьянка, покажи. Раньше же такого не было. Раньше была такая обычная обезьянка. А ну-ка, если герой зайти. Вот как на той анимации мультфильма. А ну-ка покажите всем подписчикам, что вы там делаете. Я тоже хочу посмотреть, что. Вау, дайте просто все посмотрим. Давайте. Фу. Вот тут стало реально реалистичным. Реально. Обезьянка. Дун-дун-дун-дун. Стрелков люблю брать. Некоторые, возможно, новый персонаж добавили. Так, ну что, давайте прочитаю. Можно читать и играть вместе. Вроде бы реально. Поэтому мы так и сделаем. Сейчас, минуточку. А ну-ка, смотрите, новый. Вроде бы тут ничего не добавили. Так он и был. Проснулся, говорит, что случилось? Кого стрелять? Дорогие обезьяны! Мы хотим поблагодарить вас. Вот проб новый есть что? Тут ничего не добавили. Ну окей, тут так нормально. Смотрите, все. Вроде тоже ничего. Вот новая функция, которая появится в этой обновлении. Новый игровой процесс на плане поля битвы. Alter Callband. Окончательное столкновение банд. Как столкновение включать банды? Банды. Вроде тут все уже показано. А, ты реалистичный стал. Да, реально. У тебя появилась новая улыбка. Реально, у тебя не было такой улыбки. Новая улыбка. Еще немножко ты кепку поднял ниже. Окей. Пожертвуешь, чтобы получить новые бусты. Ага, ясно, все это вроде было. Теперь закрываем. Малыш Космос.
Также мультик про него был. И нового персонажа еще не добавили. Окей, подождем. Он доктор именно. Хоуа! Смотрите, реально стал быстрый. Хоу, еще глаза ему нарисовали новые. Ё, он такой быстрый. Это ж Крутоби. Вроде бы у него тут есть сенсей. Хоу, вон он. Мультяшный, мультяшный. Ага, мне нужна копия мультфильма, точнее, превьюшки делать такую копию. Интерфейсом. Даже не знаю, как это же сделать. Постараюсь где-то поискать. Поэтому немножко ролики, контент затянется. Ну ладно. Теперь давайте еще раз. Давайте на 13 уровень. Чем больше мы так идем выше, тем мы сильнее. Но вам нужно знать, что не будет такой крестик красный, это будет очень плохо. Там будут говориться, что вы не сможете победить. Давайте построим что-то. Хоть где-то, пожалуйста. Нет, ну окей. Также, друзья, кое-что добавили. Именно тут интерфейса. Вроде бы в каком-то игре. В сервере, потом покажу. О, да, кстати, тут можно что-то купить. Я выберу себе этот вот героический, как его там зовут? Вроде бы его зовут Ронджа. Мощность 5400. Ну, также Лариан тоже похож на него. Придется, что нужно будет что-то прокачать по таланту. Давайте возьмем прокачаем. А что я качал тут? Снижение расходов на средства. Ладно, сойдет. Увеличить скорость атаку войск. Это очень важно, как по мне. Дальше мы потом 1%. Как насчет битвы? Просмотрим. Посмотрим битву вообще. Она вообще происходит. Вижу, что стало все маленькое. Или так и все это было. Так, как там выше, ниже. А что, уже нельзя так? Да, друзья, уже нельзя. Или можно немножко, можно посмотреть там полную битву. Битву полную. А, ладно. Ну вроде бы. Да, они реалистично стали, да, вижу. Так, ладно. Тогда придется таким ходом идти. Ой-ой-ой-мое, а что, даже так нельзя? Разработчики все придумали, что уже все. Конец нам. Для мультфильма смотреть прям внутрь. Ну ладно, зато сделали так, чтобы игра не лагала, как по мне. Если так делать, то стабильность игры поднимется. А кто не знает, как это сделать, если вас просто Edge Waves лагает, нажимаете настройки, потом настройки, общие настройки, выбираете низкую, видите, как вниз уменьшилось. Выбирайте включить режим низкопроизводительности. Нет, высокую включу, а низкопроизводительность так и останется. Также можно немножко тише. Это тоже поможет немножко сохранить баланс игры. Вот, версия даже показана. Теперь... А мы там карту уже смотрели. Смотрим интерфейс. А как я это пострел, кстати? Вроде бы где-то в этом пирамидке. Сейчас вам кое-что еще покажу новое. Пирамидка. Да, это пирамидка все это ее. Как это выполнять, вроде бы легко. На севере в космическом городе производства в сумме 3 штуки поезда. Да, кстати, пора нам уже это делать. Пошлите. Ой, ё-моё. Я же хотел тут нас уже отправиться в путь. А, то есть, да, это типа отметки. Так, читальная зала. Отметки. Где у нас тут у нас путешествие? Вот, вот, вон, вот, хочу сюда вот. Там же можно пару раз. Ну, давайте. Ну ладно. Даже хоть разработчики не убрали, где там поезд минералов собирать. Ладно, все, давайте изменим. Отправим их, а они тут что-то собирают. А стак, кстати, уже хватает этих вот штук еды и железа. Тем самым можем и раздать банде. 999 сообщений. Так, ну все, хватит меня. Подождите. Нужно отправить сначала. Потом уже уходить с сервера. Какой-то уже может даже 14. Сильно мы не будем нападать, мы еще не прокачаны. Видите, у нас 50-60 тысяч воинов. На атакуйся. Давайте выберем. Тебя вот. Сильно. На максимум давайте. И тут посмотрим. Там останется хоть? Ничего. Отлично. Прям просто все взяли. Теперь меняем. Давайте на... Да, тут серый нас захватывает.
посмотрите, возможно, там враги станут еще реалистичными. А кстати, а что если я буду заново играть мультик? Появится там? Можно потом посмотреть. Новый сервис создам. Но там я не буду играть, потому что мне и так хватает. Зачем мне еще? Вот, значит, текущая глава. Давайте-ка. Получаем что новое, да? Окей, поезд вашим планом. Поехать в одно космический город. Поехать. Там ничего не такого. Что поехать можно бесплатно. Мы еще не строим. Не, ну возможно строим, но я не знаю, где находится. Я вообще какой-то горожанин какой-то. Не местный. Ну, тут прям как в мультфильме. Смотрите, пока что экранчик, как ракету поднимают. Все красные обезьяны форме. У нас пишет, что не заражается. Ну и мне нужно сказать, вот смотрите, может это теперь зайдем по-быстрому. Эджу Вейвс, ты где, блин? Я уже спалился, во что я играю. Ладно, так уж и быть. Ну смотрите, во что я играю на паузе. Торчи Трипин. Это компания такая. Разрабатывают еще, кстати, новую игру. Потом мы ее даже сделаем тоже обзор. Она похожа как и на игру Edge Waves. Даже будет ролик в данной игре. Только Edge Waves играет на одном канале. Скучно. Что если смешать? Компании же одинаковые. Тем более мы с ними хорошо взаимодействуем. Но не так хорошо, но стабильно. Что сделано также и обзор на новую игру под названием Bridge Edge. Именно про Edge. Bridge Edge или Bridge of Edge. А не of Edge Arias. Edge Waves. Edge Waves. Уже технические работы. Наверное, все-таки так. То игра разрабатывается. Всем удачи, пока. Сегодня у нас будет выходной.